Слышала много хороших отзывов о клинике, о специалистах этого учреждения. И когда побывала там, я не ошиблась. Я могу сказать с полной ответственностью, что это коллектив высокой медицинской культуры, потому что от первого шага и до того, как мы уехали после операции, мы были окружены таким вниманием и такой заботой, что это вызвало хорошее удивление. Не в каждой клинике такое отношение к пациенту. Создавалось впечатление, что только все для тебя, что ты здесь главное лицо. Улыбчивый персонал, очень заботливый. И на каждый вопрос мы получали объемный ответ. Проблем с общением не было. Все хорошо владеют русским языком. Поэтому все, кто вот был вместе со мною, все остались очень довольны. И если только вот ехать второй раз лечить, я думаю, только в Вильнюс, только в этот медицинский центр. Огромное спасибо и доктору Рода Левичесу, и всему медицинскому персоналу. Услышала очень хорошие отзывы, что все проходит благополучно. Половина долгопилчан делают операцию в Вильнюсе. Никаких очередей, никаких проблем. Позвонил, выбираешь предложенную дату, которая тебя устраивает, и едешь туда. Повторяю, внимание коллектива медицинского к тебе огромное. Медсестра приходит, измеряет температуру давления. Дежурный врач приходит, интересуется, как самочувствие. Даже доктор после операции посетил, рассказал, что и как, что все благополучно, спокойно выздоравливаете. Все превосходно. Можно жить полнокровной жизнью, так, как и прежде. Вот, так что я очень благодарна и всем рекомендую ехать только туда. Никаких проблем. Деньги заплатил, все тебе.